В республике Тыва местный житель подозревается в убийстве родного брата. ЧП произошло в Зунхемчикском районе. После доставления в медучреждение 33-летнего жителя села Шими мужчина скончался. Подозреваемым в преступлении оказался родной брат потерпевшего. По версии Следственного комитета, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом нанес один удар в область груди потерпевшего, от которого последний скончался. СКР возбудил уголовное дело. Региональные приставы совместно с ГИБДД продолжают ловить водителей и должников на дорогах Кызыла. Так, очередной рейд прошел с применением программного комплекса «Дорожный пристав». Эта программа позволяет в автоматическом режиме на основе технологии распознавания регистрационных знаков автомобиля проверять номера проезжающих транспортных средств в совокупности с данными об их владельцах по базам данных службы судебных приставов. Если обнаруживается, что владелец той или иной машины имеет задолженность, то система сигнализирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. В этом случае инспекторы ГИБДД останавливают указанный автомобиль, после чего судебные приставы прямо на месте взыскивают с водителя задолженность, либо вручают ему требования о явке к приставу-исполнителю, а также могут наложить арест на имущество должника. По итогам совместного рейда, который проходил в пятницу, служба судебных приставов Республики Тыва взыскала с должников-автомобилистов более 60 тысяч рублей. Были подвергнуты описи и аресту два автотранспортных средства. И из 300 автомобилистов, которые были проверены, порядка 120 из них были вручены требования судебного пристава.